видим сейчас падение напряжения на светодиоде, видим напряжение на транзисторе, то есть все в норме, все соответствует рассчитанным расчетным данным. Правильно смонтировать такую схему по сложности уровень первокурсников технического вуза, в котором и проводится конкурс радиотехников для детей от технопарка «Кванториум-22». Организаторы признаются, в этом году задания требуют от конкурсантов действительно высокого уровня профессионализма. Здесь вход датчиков, которые управляют мощной нагрузкой. То есть здесь в качестве нагрузки могут быть нагревательный элемент, электродвигатель, какая-то, значит, осветительная арматура. То есть можно фотодатчик поставить и управлять, допустим, электрической лампочкой. Разработчик печатной платы для конкурса считает ее сложной. Она универсальна в применении и относится к элементам промышленной электроники. Но вместе с тем, зная теорию и ГОСТы, смонтировать такую плату сможет ребенок. Вообще суть всего соревнования – это правильно смонтировать плату, поставить правильную формовку, ну и качественно оформить монтаж. Задача – мы немножко каждый год смещаем их в сторону усложнения практической части. Вот, это неспроста, то есть у ребят с течением времени замечено, что повышается интерес к именно физике, к предметам прикладным, ну и в том числе вот к радиотехническим дисциплинам. Кроме того, нужно смоделировать электросхему в программе компьютера и пройти теоретический зачет. В теории нужно знать полностью весь курс физики, плюс элементы из вузовской программы. На практике школьники могут обойтись специальными знаниями, необходимыми для конкретных задач, если применят свое нестандартное мышление. Скорее всего, теория – это самый сложный элемент, потому что даже дети, которые приходят, они, ну, не все могут. Пайка как бы, ну, относительно все равно легче, но даже ее тоже надо уметь правильно производить. То есть не имея навыков, даже взрослые люди, как сказать, которые паяльник в руках ни разу не держали, да, им попаять, они не смогут этого сделать. Хотя кружков по радиотехнике в крае немного, на конкурс съехались представители не только Барнаула, но и нескольких других районов. Всего 28 участников. Отмечу сразу, что ребята, увлекаясь таким интересным видом технического направления, ну, они на порядок отличаются, например, от тех, кто этим вообще не увлекается, ну, неинтересно. Особую ценность конкурса организаторы видят в том, что это не только развивает профессиональные навыки в раннем возрасте, но и мотивирует школьников продолжать заниматься дополнительным образованием, не бросая дело на полпути. Награждение победителей состоится 10 апреля. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.